Не, ну что, реально, то есть, просто образы такие. А по сути, я, по сути, я прав. Хороший образ, дядя. Я у тебя, наверное, скопирую. По сути, я прав. Какие образы, Дань? Плесень божья, ширяюсь вечным кайфом. Вот это классно вообще. Мечта у меня будет, я ширяюсь вечным кайфом. Ну, можешь это написать, да? Плесень Божья, которая ширяется вечным кайфом. О себе. Божья плесень ширяется вечным кайфом. Ну, контакт тебя ждет. Ну, да. Напиши, посмотришь, как отреагируют. Да, они не поймут. Понятно, не поймут, а что-нибудь тебе напишут. Вот смеемся. Как кальмар. И что, помрем это? Вот тогда-то все и узнаем. Когда помрем, уже рая не будет. Стопудов. По определению. Помрем это значит необратимое окончание всех процессов. Электричество отключают. Правильнее говорить, когда не помрем. В этом отношении буддизм очень милосердная религия. Будешь крутиться, пока в рай не попадешь.